Всем привет! Вы на канале Екатерина Стрижева! Сегодня нам хотелось подтвердить, есть ли фея желаний или нет. На мое мнение, ее вообще не существует и даже не хочется снимать видео. Но что делать? Мне кажется, это надо. Я точно сниму. Для заготовки мы вместе с Майей, что мы сделали, скажи-то? Мы сделали вот такое вот письмо и подарочки. Да, подарки мы не приготовили. Обычный брелок, карандаш, тоже брелочек, брелок-леденец и брелок-пицца. Пицца! Или да. Пиццу. Три брелка сплела Майя. Да, ведь, Май? А один брелок мне дарили, но он мне не нужен. Зачем он нужен? От него все только чихают. Мы написали: «Фея желаний, приди, и наше желание исполни большими буквами». И три восклицательных знака. Это обязательно. Дальше мы нарисовали вот такой круг. Этот круг, в этом кругу есть точка, но ее в конце рисуют. Сначала крестик, а потом три линии волны. Еще мы нарисовали много стрелочек, чтобы было очевиднее, что она придет. А затем мы украсили листик. Ну, красиво ведь, скажите. Конечно же, придет. Невозможно ведь такого, чтобы она не пришла. Жалко, что придется долго ждать, но ничего. Мы кладем наши подарки. Еще в качестве подарка мне хочется взять шоколадку, но мне кажется, это все равно не будет нормально. Ну, как есть, так есть. Ну, короче, вот так все получилось. Теперь мы должны положить руку и говорить: «Фея желаний, приди, и наше желание исполни. Мы дарим тебе 4 брелка, а ты принеси нам браслет, духи, магического джина и еще крем». Крем. Ой, и крем. Прилипалый. Ну, неважно, прилипалый или крем. Что, ты точно хочешь, крем или прилипалый? Прилипалый. Ну, там, конечно, будет не вся коллекция, она так думает. Но некоторые ведь будут. И даже из самой новой коллекции будут. У нас они точно есть, да, Майя? Да, у нас есть 3 коллекции. Да, у нас они есть, но мы не можем собрать их до конца, поэтому сегодня Майя и попросила этих прилипал. Конечно же, да, Май? Вот, сейчас мы сделаем задание номер 1. Кладем руку. И ты тоже. Задание номер 2. Говорим то, что я сказала. Раз. Раз, два, три. «Фея желаний, приди, и наше желание исполни. Мы дарим тебе 4 брелка, а ты принеси нам прилипал, браслет, духи и магического джина. Фея желаний, приди, и наши желания исполни. Мы дарим тебе 4 брелка, а ты принеси нам браслет, прилипал, духи и магического джина. Фея желаний, приди, и наши желания исполни. Мы дарим тебе 4 брелка,
А ты принеси нам, прилипал, духи, браслет и магического джина. Ну вот, теперь мы должны на несколько минут уйти и закрыть дверь. Заранее я могу показать, в комнате нет никого. Вот я, вот у нас никого нет. Здесь наши игрушки, вот Майя. Это вся наша комната, все, никого нет. Можем даже шкаф проверить. Вот, вот есть. Внизу тоже все занято. Зеркало покажи. В самом верху тоже нету. А вот и мы с Майей. Так, надо перевернуть зеркало, иначе вы убедитесь, а вдруг там есть. Ну нет, конечно же, нету. Вы сами видите, как я открываю. Да, вон, ничего нету, 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 нету и нету. Все, теперь вы убеждены, что у нас никого нету. Вон, еще раз нашу комнату покажу. Вон, это наша комната полностью. Так, это наша комната. Ну вот, если не видно, можно походить. Например, вот так. А, там, кстати, у нас новое место с кубками. Мы придумали. Ну, короче, вот. Теперь мы выходим на несколько минут. А потом опять заходим. И надо смотреть результат. А вдруг же фея пришла? Нам же не знать откуда. Пришла ли она? Не пришла ли она? Выходим. Обязательно надо закрыть дверь за собой. Да. Ну вот, теперь ждем несколько минут. Включим. Ну вот, мы подождали 5 минут, потому что нам было нечего делать. Мы немного посмотрели новости. Да, новости, они вообще не интересные. То врезаются, то кто-то умер, то еще про это говорят, про сгоревший дом. Ну ладно, надо уже идти. Так, первые будете вы смотреть, только вы. Потому что нам не так уж и интересно. Нет, нам очень интересно. Но вы первые смотрите. Раз, два, мы закрываем глаза. Ну, смотрите, принесли нам что-то? Ну, принесли? Ну как? Что там есть? Что, не принесли? Нет? Ну ладно, раз, два, открываем. Вот это! Духи! Браслет! Смотри какой! Чего там? Он вообще в моде. Он вообще очень модный, вот какой классный. Класс, вообще. Смотрите, какие духи, роза. Вау! Эти розы, духи из розы мне так нравятся. Ну-ка подушимся ими. Вы не представляете, какой это вкусный запах. У меня в коллекции еще есть 2 штучки духов. Вот такие. Вот такие тоже очень вкусные, а вот эти тоже розы, но они совсем по-другому пахнут. Поэтому можете даже не думать, что у меня одинаковые духи. У меня пополнена коллекция! Вау! Кладем на местечки вот так. А вот для этого я уже придумала коробочку, потому что я так и думала, что такой будет. Но я его просто обожаю. Я видела его в миллионы магазинов. Я сейчас все соберу по коллекциям. Так, у меня и у меня ананас есть, и клубничка есть теперь. Ура! Вот, я его так назвала, только сейчас написала. Каменное сердце. Оно и правда каменное. Ну-ка, а у тебя там что, Май? У меня прилипало, даже не верится. Да, ну вообще, Майя,
Ты нас удивляешь своими прилипалами. Теперь у нас пополнена коллекция, и мы можем ее собрать полностью. Вот я пополню коллекцию почти. Ну, у меня первая коллекция не очень такая. А вот третья, она уже самая лучшая. Вот ага. У нас дома еще где-то завалялись несколько прилипал. Даже повторок нету. Здесь самые неповторки даже. Да, у меня неповторки. Давайте с Джином сыграем. Добро пожаловать, мой новый друг. Меня зовут Джин. Он классный. Давайте не сейчас. Вскоре увидимся, дружок. Классный он. У него светятся глаза. Ну, мне кажется, наше видео уже должно подходить к концу. Да. Не забудьте поставить лайки, если вам понравился наш обзор. Мы сами удивились, что эта фея бывает. Ах, не могу нанюхаться своими духами. Ну ладно, здесь не про это. Ставьте лайки, подписывайтесь. И еще, да, подпишитесь. В комментах напишите нам еще, пожалуйста. И еще, кому фея принесла вообще? Нажмите на колокольчик. Да, чтобы не пропускать новые видео. У нас их будет очень много. У нас много путешествий вскоре. Пока-пока-пока-пока-пока. Мы еще будем снимать. Ольга, всегда смотри это видео. Всем пока! Какая Ольга? Ольга? По плетению. А, ну. Я еще плету. Короче, не обращайте внимания на ее слова. Пока-пока. Эй!